развлечения с утра. Это дикие игры. Вот дзюдоистам такое не снилось. Сейчас третий еще выскочит там. Где он? Давай, серый будет шустиком. Давай. С белой грудкой будет кис-кисаем. Ты посмотри, лапы в морду. Боже. Это главным боком, 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 боком. Ты сейчас туда. Ого, братья и сестры. Братья и сестры, да. Так, серым мы решили, что это все-таки шустрик, он девочка. А вот эти два вот этих вот, которые сейчас хотят броситься там тоже. А что ты там ходишь? Давай уже присоединяйся. Он изучает, он писать пошел. Третьим было идти. О, еще третий с горящими глазами там сидишь. Че, селся-то? А, вот это интересно. Оп, хоп, 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 третий пошел. Как пролезть можешь, что ли, третий? Я вылез.